Одной из особенностей лечения в нашей клинике является использование современных медицинских технологий физиотерапии и реабилитации. Физиотерапевтические процедуры включают в себя такие процедуры, как чрезкожная электронейростимуляция, электроанальгезия, ультразвуковая терапия, ультрафонофорез, прогревание инфракрасной лампой, вибротерапия, выполняемые на современной аппаратуре лучших мировых производителей. Использование данных методик позволяет достичь противовоспалительного, анальгетического, нейромиостимулирующего эффектов, а также улучшить микроциркуляцию и регенеративные процессы. Данные методики позволяют эффективно купировать болевой синдром различного генеза, имея выраженный анальгетический эффект, а также улучшая локальный кровоток и трофику в области болевого очага. Показаниями для применения данных методик являются болевые синдромы, связанные с поражениями периферических нервов, невралгия, неврит, радикулит, а также воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания суставов, артрит, артроз, остеохондроз.